В обычное время на Хэллоуин в румынский замок Бран приезжают тысячи туристов, но в этом году из-за пандемии коронавируса здесь немноголюдно. Согласно легенде, в замке Бран останавливался воевода Влад Цепиш, прототип главного героя знаменитого романа «Дракула» Брэма Стокера. В новых условиях пришлось отменить традиционную костюмированную вечеринку во дворе замка. Мы также сразу решили, что не будем использовать в декорациях ничего, что может напоминать о коронавирусе. Поэтому мы решили использовать разные скелеты, изображения, связанные со смертью. На экскурсию можно попасть только при строгом соблюдении санитарных требований. Это обязательное ношение защитных масок и дистанция в 2 метра между посетителями. Ситуация ухудшается с каждым днем. Иностранных туристов почти нет, очень мало. Даже на Хэллоуин мы не надеемся. Ждем, когда нас закроют. В настоящее время румыны примерно на половине территории страны живут по так называемому красному сценарию, когда на 1000 жителей за последние 14 дней приходится 3 инфицированных. В таком случае в соответствующем населенном пункте вводятся максимальные ограничения.